Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос о снятии всех ограничений на вывоз иностранной валюты из страны. Вот в условиях, когда на нашу страну введено 14 тысяч санкций, когда у нас не хватает денег на импортозамещение, когда не выполняются наши национальные проекты, правительство почему-то думает не о том, как найти деньги на импортозамещение, а как вывести из страны валюту. Вот не кажется вам странно, что не тем правительство занимается? Какой аргумент? Аргумент такой, что нам не доверяют, потому что мы вот закрыли свою валюту и не выпускаем. А вот если мы откроем все двери на вывоз валюты, тогда к нам придут иностранные инвестиции, и в любом случае любой иностранный инвестор может эти деньги забрать назад. Ну, это для детей, наверное, сказка вполне подходит, а для людей, маломальски смыслящих в финансах, ну, наверное, никто в это дело не поверит. Мы выпускаем свои, а потом ждем чужие. Да не придут к нам чужие. Не то время. Сегодня санкции. И под санкции никто не будет ввозить иностранные инвестиции в Россию для того, чтобы ее развивать. Все боятся американских санкций. Все? Все. Вы знаете, что у нас существует целая куча законов, которые запрещают ненормативный вывоз капитала за границу. У нас есть уголовные преследования людей, которые не возвращают выручку назад в страну, если они продали что-то за рубеж. До 5 лет тюрьмы дается за это дело. И вдруг вот это наказуемое деяние легализуют и говорят: вывозите сколько хочешь, никаких проблем. Вывозите за границу, чем больше, тем лучше. И если бы, ну, у нас не было такого разрешения. Дело в том, что когда в марте месяце прошлого года запретили вывоз валюты, значит, ну, это было обусловлено санкциями, вы же помните тогда, как это было. Потом решили открыть. 2000 можно было вывозить в карманах за границу. Потом 50 тысяч долларов можно было вывозить в месяц. Потом 150 тысяч можно было в месяц выносить. А со второго полугодия 2022 года можно 1 000 000 долларов в месяц вывозить. Вот посчитайте так. У нас 101 тысяча долларовых миллионеров. Миллионеров. Вот это 101 тысяча по 1 000 000 долларов в месяц вывезет. Это будет 101 миллиард. А если за год, это будет 1 200 000 000 000 долларов. Это сумма, сопоставимая с той, которая официально вывезена за 30 лет нашими новоришами. Вот нам это надо. Но это я говорю по 1 000 000 000. А если мы снимаем ограничения и будут вывозить по 2, и по 3, и по 5 миллионов, тогда что же останется в стране? И почему мы выпускаем иностранную валюту, она что, нам не нужна? Дело в том, что и доллары, и евро, любые, их можно, они же имеют международное хождение, мы можем на эти деньги купить и в Китае, и в Индии, и в других странах. Нет никаких проблем. Почему наше правительство старается избавиться от иностранной валюты? Ну, я понимаю, они служат не интересам нашего народа, нашей страны, они служат интересам олигархов. Олигархи захотели вывести свое имущество, свои деньги, потому что в нашей стране горячо стало. Ну, если рассуждать статистическими данными, то выезд россиян за границу довольно обширный. По разным данным, даже ФСБ говорит, что было выдано 1,5 миллиона паспортов. Ну, это не значит, что по иностранным паспортам люди выехали приехали назад. Часть приехала, но цифры разные, но где-то около 500 тысяч уже выехало. Теперь надо вывести деньги. И если они вывезут деньги, тогда что останется в России? Вот президент Российской Федерации в своем ежегодном послании в феврале, он сказал, что надо создать все условия гражданам Российской Федерации, чтобы они вкладывали деньги внутри страны для развития экономики. И надо защитить эти средства от банкротства финансовых организаций. Все правильно? Все правильно. Тогда почему правительство
прямо противоположно решает эту задачу и выгоняет деньги из нашей страны. Выходит, у нас президент живет в одной стране, а правительство в другой. И выполняют одни и те же задачи, но совершенно противоположными способами. Вот над этим наша фракция КПРФ и будет работать в ближайшие дни. Продолжение того, что сказал Николай Васильевич, это действительно не его придумки какие-то, это реальная статистика. По итогам, я напомню, прошлого года из России было вывезено 280 миллиардов. 280 миллиардов – это рекорд за последние 20 лет. И поэтому проблема действительно существует. При таком подходе, при таких законопроектах, которые правительство сегодня собирается вносить, ну а Государственная Дума их будет рассматривать, естественно, говорить о прекращении вывоза капитала как одной из главных гарантий развития внутреннего производства. Говорить о изъятии сверхдоходов – это второй вопрос, который мы сегодня обсуждали на фракции в том числе. Я напомню, что правительство 3 месяца уговаривает наших олигархов сделать добровольный взнос в бюджетную систему Российской Федерации и в связи с тяжелыми экономическими условиями внести порядка 300 миллиардов рублей. Это, в принципе, вполне посильная сумма, учитывая, что на счетах физических и юридических лиц они находятся порядка 80 триллионов рублей. Между тем, до сих пор не уговорили. Фракция КПРФ предлагает простой и понятный механизм уже несколько лет. Речь идет о прогрессивной шкале налогообложения, когда не надо никого уговаривать, не надо никого просить, надо просто изымать сверхприбыль у самых богатых граждан. Между тем, этот вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения стопорится, откладывается. А это по самым скромным подсчетам от 2 триллионов до 5 триллионов дополнительных поступлений в наш бюджет, пока дефицитный и пока очень нуждающий в дополнительных средствах. Мы пытались сегодня получить информацию от Счетной палаты по их расчетам, насколько увеличится бюджет, федеральный бюджет прежде всего, за счет внедрения вот этой системы, вот этой прогрессивной шкалы. К большому сожалению, пока четкого и внятного вопроса не получили, так как в части поддержки этой меры. Не надо уговаривать олигархов, не надо там придумывать какие-то новые методы стимулирования. Есть нормальные, отработанные во всем мире методы изъятия сверхприбыли. В основном это сырьевая сверхприбыль. И сегодня это можно делать вполне законно и нормально, приняв соответствующий закон. Точно так же, как мы долгое время говорили о национализации. Напомню, дважды законопроект наш о национализации был отвергнут. И между тем, в настоящее время правительство Российской Федерации и президент вынуждены возвращаться к этому. В рамках пока исполнения или неисполнения оборонзаказа. Я напомню, что соответствующий указ в условиях военного времени позволяет на сегодня фактически лишать права управления соответствующим предприятием, которое срывает оборонзаказ. Ну и, собственно, это и есть тот вариант национализации, о котором мы говорили. Когда стороне требуется, когда олигархат игнорирует сегодня потребности страны, у государства законом обусловленной процедуре должно быть право изъятия и управления, и контроля за производственным процессом, тем более в столь непростое время. Мы об этом говорили, в настоящее время эти методы внедряются. Аккуратно, исподволь, точно так же, как и варианты перехода под контроль государства ряда стратегических предприятий, связанных с добычей щелочно-земельных металлов, в данном случае ряда последних, в том числе судебных процессов. Поэтому этот процесс идет, и без этого не обойтись в условиях вот тотального и мощного противостояния, в условиях концентрации ресурсов, в условиях вот этой экономической концентрации. Потому что без этого говорить о каком-то успехе, в том числе и на фронте, не приходится абсолютно точно. Сегодня планируется рассмотреть 79 вопросов в рамках пленарного заседания. Большинство из них носит технический характер, начиная от переименования члена Совета Федерации в сенаторов. 5 таких законопроектов будет. Ряд законопроектов, связанных с правовым положением на новых территориях, закреплением механизма образования судов, отбора туда, соответственно, специалистов. И, безусловно, все эти законопроекты наша фракция будет поддерживать. Ряд законопроектов, которые идут на отклонение, связаны с увеличением социальных гарантий. В частности, 5 законопроектов – это социальные гарантии лицам, которые ухаживают за инвалидами первой группы и за детьми-инвалидами. Я напомню, что сегодня 10 тысяч – это то, что может получить человек, ухаживающий за ребенком-инвалидом, и 1200 рублей – это то, что может получить ухаживающий за инвалидом первой группы. Это совершенно недостаточные деньги, учитывая, что, в принципе, это чаще всего семьи неполные, и сама семья вынуждена существовать на эту выплату и на пенсию, которую получает либо ребенок-инвалид, либо инвалид первой группы. Это нищенское существование в тяжелейших условиях. В тяжелейших условиях ухода за таким пациентам, это 7 на 24, это без отпусков, это без выходных. И вот все, что требуется, или все, что может дать государство, это либо 1200 рублей в месяц, либо 10 тысяч, если это ребенок-инвалид. Мы настаиваем, что этого недостаточно, мы настаиваем на то, что это хотя бы должен быть на первом этапе прожиточный минимум, и это должно быть заведено в виде своеобразной заработной платы, потому что
несмотря на то, что это засчитывается страховой стаж эти годы ухода, там минимальные коэффициенты и пенсии, на которые может рассчитывать человек, который ухаживал и выполнял социально значимую функцию за своим родственником, за ребенком многие годы, он может претендовать на минимальную пенсию, а то и просто на социальную пенсию, то есть которая, право на которое наступает только через 5 лет с момента, скажем так, наступления официального уже повышенного пенсионного возраста.